На этот раз отличился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Батька всегда был не особо сдержанным на язык, однако выпады в сторону Казахстана до этого никогда не допускал. Сейчас же, как говорится, Остапа понесло. Давайте послушаем фрагмент его интервью, которое Лукашенко дал телеканалу «Россия». Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства, от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Вот в Казахстане что-то случилось? Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом? Нет. Вот Путин, Лукашенко, помогите. И мы перебросили туда в течение полудня, наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили. Я не в упрек говорю, ну так, и это не отдат долг, но надо понимать, что сложится ситуация, что вы потом просить нас будете, а не кого-то. Никто вам на помощь не придет. Это так дело не пойдет. Давайте будем вместе. Вот это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого, потому что мы фактически в одной лодке. Что тут скрывать? Но МИД Казахстана вынужден был вызвать посла Беларуси Павла Урюпина для объяснений. На этой встрече казахстанские дипломаты в очередной раз озвучили свою позицию, а именно, что наша республика проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с уставом ООН. Одним словом, дипломаты пообщались на своем языке. А мы давайте попробуем разобраться, что же все это значит на самом деле. И эту тему мы сейчас обсудим с политологом Замиром Каражановым. Замир, здравствуйте. Как слышно меня? Здравствуйте. Я вас слышу замечательно. Угу. Вот как вы думаете, Лукашенко сгоряча что-то ляпнул или, как говорится, наболело, и он высказал, наконец, свою осознанную мысль? Что вы думаете по этому поводу? Ну, знаете, у белорусского президента действительно язык без костей, и это касается не только текущей ситуации. Дело идет не только о том, что произошло после 2022 года, было еще у него и заявление раньше в отношении Казахстана. Вспомните, когда он делал заявление по поводу оазиса стабильности, тоже ставил под сомнение то, что в Казахстане все стабильно и хорошо. То есть такие заявления у него были. Давайте еще вспомним то, что помимо Казахстана он еще делал такие неприятные заявления в адрес Армении. Это тоже было такое заявление, на основе чего президент, премьер-министр Армении, он сказал, что я не поеду больше в Беларусь и мне, как говорится, не с чем разговаривать с господином Лукашенко. То есть у человека, ну, имеется в виду президент Беларуси, действительно, у него, как говорится, ну, язык без костей, он может себе позволять вот такие делать заявления, и достаточно не очень острые, касается даже в какой-то степени внутренних дел государств. Ну, это одна такая, как говорится, достаточно известная проблема у белорусского президента. Но в данном случае, я думаю, что это уже не первое заявление, которое он делает в этом духе, и самое интересное, то, что вот эти все заявления, действительно, они повторяют те же самые заявления, которые иногда звучат, скажем, в российских средствах массовой информации. То есть это уже не первое подобное заявление было, и не первое было, как говорится, реакция Казахстана на такого рода заявление. Это просто, скорее всего, говорит о том, что в российских политических кругах, конечно, есть определенные, скажем, группы, которые, ну, скажем, пытаются свою позицию как-то обозначить, да, то есть они пытаются где-то около кремлевских, скажем, играх, скажем, усилить свое влияние и вот используют вот такие, скажем, аргументы, да, против, ну, в отношении Казахстана, в отношении других стран СНГ, то, что от России все что-то хотят, а вот мы такие, скажем, добрые и идем на какие-то, скажем, уступки, да, то есть, ну, в данном случае вполне возможно, что и такой может быть вариант, потому что Лукашенко вполне возможно просто пытается заручиться поддержкой этих групп для того, чтобы иметь больше влияния, скажем, на того же Путина. Потому что мы тоже знаем, были случаи, когда Лукашенко, скажем, ну, ждал аудиенции с Путиным, ну, в течение нескольких часов. Это уже, в принципе, говорит о том, что у них отношения с Путиным, ну, я не скажу прям, что такие хорошие и добродушные, да, что до такого доходило. И вполне возможно, что Лукашенко просто пытается играть на внутриполитической, скажем, поле самой же России для того, чтобы, скажем, укрепиться там и иметь, скажем, каких-то своих союзников, либо просто возможность влиять на внутрироссийскую ситуацию. Потому что это тоже достаточно актуальная проблема для белорусского президента. Вот. Ну, скорее всего, вот так сейчас ситуация выглядит.
Угу. Но как вы считаете, ведь многие воспринимают Беларусь как один из регионов России, да, наряду с Чечнёй, там, Татарстаном, но, судя по высказываниям некоторых российских политиков, ну, складывается такое ощущение, что они и к Казахстану относятся примерно так же. С вашей точки зрения, руководство РФ пытается сделать из Казахстана вторую Беларусь, к примеру? Вы сейчас сами говорите, что некоторые политики. Вот действительно, некоторые есть политики, которые, скажем, не понимают, что такое суверенитет, что такое независимость, что такое территориальная целостность. Они делают такие заявления, но понимаете, это их позиция. Для нас очень важна позиция самого руководства России. Да? То есть вот он для нас будет ключевой ориентир, маяк, на который мы должны ориентироваться. Но в руководстве России, официальном руководстве, да, то есть имеется в виду не там, что где-то кто-то в Госдуме сидит, а вот именно в окружении, скажем, самого Путина, в администрации Путина, там, либо в правительстве, либо министра иностранных дел России, да, то есть такие заявления, они не звучат. То есть это какие-то, скажем, частные суждения по поводу того, как должно быть устроено постсоветское пространство. То есть для нас, конечно, самый ориентир — это просто президент Российской Федерации, и он, в принципе, неоднократно делал заявление по поводу Казахстана, и вспомните, где-то вот последнее было заявление, по-моему, на Валдае или где-то на экономическом форуме, его прямо так тоже спросили журналисты по поводу Казахстана, то, что, как вы думаете, то есть, что за отношения, и нету ли там кризиса. Но сам президент России сказал, что нет никаких кризисов, и там было такое высказывание, что я даже не представляю, у нас нет вот таких в отношениях таких аспектов, таких сторон, которые бы мы не затронули. То есть, по сути, действительно, мы между Россией и Казахстаном отношения развиваются вполне благополучно, и все, которые вот то, что можно затронуть, да, все отношения, все направления, мы их так или иначе затрагивали. Дошло до того, что мы начали уже решать, скажем, поднимать вопросы трансграничных рек. Это тоже была такая проблема в внешней политике Казахстана, потому что реки общие, и ну, это надо просто их тоже сообща как-то решать, но если другая страна не готова их решать или не хочет их решать, то эти проблемы тоже не решаются. Но, тем не менее, уже до таких вещей доходило, и, в принципе, никаких коллизий здесь не вызывало. И Ну, Замир, смотрите, Замир, я хотела бы спросить. Вот руководство Казахстана уже не в первый раз, да, попрекают тем, что, мол, ОДКБ спас нас в дни Кантара. А вы сейчас не проявляете якобы должную благодарность. Как вы думаете, долго еще Казахстан будут попрекать вот этой вот помощью? Это ведь сильный козырь в руках тех, кто хочет сделать Казахстан зависимым от России. Как вы считаете? Ну, что, скажем, случилось с ОДКБ, там, я не думал, что Казахстан попадет в зависимость. Попадает в страны в зависимость по другой причине. Это какие-то, скажем, долговые обязательства, это какие-то, скажем, дополнительные какие-то обязательства берут на себя. Да? То есть в такие ситуации попадает, бывает такое. Даже также президент Беларуси является одним из больших должников, скажем, России. Да? То есть вот вам тоже пример, как говорится, такой ситуации. У Казахстана совсем другая ситуация. То есть у нас, как говорится, таких обязательств нет, таких долгов там нету каких-то, да, то есть мы отношения с Россией развиваем исключительно на договорной основе, то есть на чем договорились, на чем сошлись, вот эти договора со своей стороны мы, по крайней мере, обязательства по этим договорам выполняем, и российская сторона тоже, как, скажем так, исполняет. Другой момент, почему вот эти разговоры идут, это просто упрощенное понимание, наверное, самого ОДКБ, самого союзничества. Понимаете, дело в том, что ОДКБ это все-таки коллегиальное решение принимается там коллегиально, да, то есть там никого ни к чему не обязывает. То есть, если бы, допустим, белорусские бы военные не приехали бы в Казахстан, мы бы их точно бы не упрекали бы в том, что как вы могли так поступить, что, как говорится, у нас такие события произошли, а вы туда никого не прислали. То есть, все идет на усмотрение самих стран. То есть, и численность, и контингент, который приезжал, да, то есть, каждая страна сама определяла. То есть, здесь вопросов нету. И поэтому все шло, как говорится, на добровольной основе. Да, действительно, Казахстан обратился, но уже обратился не только к России. Опять-таки, повторяю, в этой ОДКБ находится несколько государств. То есть мы обратились, как говорится, с этим запросом именно к ОДКБ, к этим государствам. Кто может, как говорится, оказать помощь, пожалуйста, окажите. Да? То есть, ну, обязательств там, опять-таки, таких нет. Вы посмотрите, даже и в НАТО такой ситуации даже нету, чтобы, как говорится, все один за всех и все за одного, да, там, как это, Д'Артаньян и три мушкетера. То есть там такого нету. Поймите, война в Ираке, она начиналась тремя странами. Все, остальные страны исходили из того, что не будут участвовать в этом военном конфликте. Да? То есть это
типичная ситуация, в этом ничего нету. Главное, что решение принимается на добровольно, не принудительно, не под давлением. Только в этом случае, как говорится, действительно, любой союз, он будет существовать, не важно, там, военный, экономический или какой-то, да. Вот. Другое дело, момент, то, что вот мы сейчас проговариваем, да, это то, что неправильно понимает самого ОДКБ и слишком упрощает вот это ОДКБ. То есть, если вы находитесь в ОДКБ, значит, вы союзники, и значит, вы должны, как говорится, поступать точно так же, как от вас требуют. Да, такого, конечно же, нету, да, то есть все идет на усмотрение. И в этом вопросе, допустим, Казахстан, он нигде ничего не нарушал. То есть те обязательства, которые есть по ОДКБ, Казахстан, он их выполняет, да, то есть, ну, и какие-то дополнительные обязательства мы на себя не брали. Угу. Замир, скажите, а вот наступление украинских войск в Курске – это удар по имиджу Путина? И ослабляет ли это его влияние на наш регион, Центральноазиатский? Это действительно для российских властей это достаточно неприятный, неожиданный, наверное, инцидент, который случился. Но сказать то, что ослабляет имидж Путина, да, ну это все тоже условно, понимаете. Я не думаю, что в России там сейчас прям так имидж у Путина, у президента Путина упадет, да. То есть там, в принципе, особо таких, скажем, колебаний общественного мнения, какого-то маятника, наверное, его-то просто не наблюдается, да. Там все стабильно, как говорится, все за Путина. И вот эта ситуация, я думаю, что внутри России никак сильно не поменяет позицию Путина. Но то, что вы говорите по Центральной Азии, я тоже думаю, что здесь ситуация так тоже, это обстоятельство сильно не скажется. Почему? Потому что, ну, вообще у нас с Россией строятся отношения, еще раз повторяю, на договорной основе. То есть мы, как говорится, подписывали договора, были соглашения, и мы в рамках вот этих договоров развиваем вот отношения с Россией. То есть что там у нее там произошло с Украиной или там как в Курской области, да, то есть это нас, честно говоря, ну не сильно просто заботит и касается, да. У нас есть другие проблемы с Россией, это там экономические проблемы, это проблемы, скажем, на наращивание товарооборота, да, то есть такого рода вопросы мы и вынуждены, ну, обычно и решаем, да, то есть в отношении с Россией. Вот наш, как говорится, круг интересов в случае с Россией. Угу. Поняла вас. Спасибо, что нашли время пообщаться. И хорошего вам вечера и выходных. А я напомню еще раз, что с нами на связи был сегодня политолог Замир Каражанов. И в продолжение темы, бои на территории Курской области продолжаются. По данным информагентства Bloomberg, Министерство обороны Российской Федерации не намерено перебрасывать войска с линии фронта в Донбассе, чтобы вытеснить украинские войска с российской территории. РФ потребуется группировка примерно в 40-50 тысяч человек. Тот же Bloomberg считает, что для этих целей, скорее всего, задействуют солдат-срочников. В соцсетях появилось довольно много историй о том, как срочников заставляют подписывать контракты. Тем временем из районов, находящихся рядом с линией фронта, эвакуировали 133 тысячи человек. Российские власти выделили им автоматическую материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Это около 80 тысяч тенге на человека. Еще одно сообщение, косвенно связанное с наступлением украинских войск. В Ростовской области в массовом порядке появились объявления о продаже нефтебаз и автозаправочных станций. Бизнесмены пытаются избавиться от активов, которые становятся небезопасными. В Пролетарске уже пятые сутки горит нефтебаза. Справиться с пожаром пока не получается.